Настоящий чемпион тренирует не только мышцы, но и дух. Константин Цуцу, чемпион мира в K1 по версии KOK, готовится к бою с достойным соперником из Беларуси Дмитрием Шакутой. Наш чемпион тренируется каждый день и говорит, что он не боится противника, потому что верит в Бога и в силу, которой он его наделил. Константин Цуцу является лучшим бойцом K1 в Молдове. Он чемпион мира и Европы в версии KOK. Занимается спортом с 9 лет, но до своего триумфа на ринге ему пришлось много попотеть в тренажерном зале. Каждое соревнование – отдельный случай. Тренер составляет программу. Моя задача заключается в том, чтобы приходить на тренировки утром и вечером. Утром с 9 до 12 и вечером с 5 до 8. Боксировать по груши не так уж и легко. Только перчатки весят несколько сот граммов. Для опытных спортсменов это не проблема, тем более для чемпионов. Теперь перед Константином стоит задача победить белорусского спортсмена Дмитрия Шакуту, известного борца и, как пишет пресса, достойного противника нашего чемпиона. Боюсь, но только не его. Боюсь Бога. В любом случае, я готов к бою. В душе и в сердце очень хочу выиграть этот бой. Веришь в Бога? Да, как и вы верите, так и я. Хотя кажется, что главное в боксе наносить удары, чемпион уверяет, что и дух требует тренировки. И название его клуба «Чемпион Тай Джим» говорит о подготовке и на духовном уровне. Здесь основную роль играет тренер. Никанор Трочин тренирует Константина Цуцу с 2005 года. Вы знаете, в спорте говорят, если спортсмен выигрывает, тогда хороший спортсмен, а если спортсмен проигрывает, тогда плохой тренер. Просто выйти на какой-либо уровень, но очень трудно его поддерживать. От боя к бою противники все сильнее и известнее, поэтому ответственность огромная. Понимая, что за спиной стоит страна, которая ждет победу, и не принимает ничего другого, лишь победу. Но у победы есть своя цена – изнурительные тренировки, строгая диета и меньше времени для личной жизни. Однако Константин смотрит в будущее, думает об учебе, завершает мастера в сфере публичного управления, а в этом году и в области уголовного права. Поклонники ему говорят, что он и на этот раз выйдет победителем. Я хочу, чтобы они молились за меня 28 числа. Хочу, чтобы они были со мной, пришли поддержать меня. Я хочу им заранее сказать спасибо. Уже поступает много сообщений. Бой между Константином Цуцу и Дмитрием Шакутой состоится 28 сентября в легкоатлетическом манеже в Кишиневе.